там уже проряжаем место. Уже спилили. Сколько деревьев спилили? Штучек 6, да? Вот эту бузину надо спилить. Она закрывает, тоже проход тут освобождается. Это бузину спилить. Рябина. Калина. Ну вот калину, да. Потом, Лёш. То, что закрывает конкретно проход. Потом вот эту сливу, которая не родит, и она разрослась. Вот что, надо прогибаться, чтобы выйти на огород. Вообще, что это? Виноград сухой. Виноград сухой прорядить. Вот это не нужно, не нужно просто дерево, слива. То есть, тут еще по участку ходить, мусор собирать. Вот это дерево не надо, оно не родит. Вот это, оно не родит. Тут лучше роз насадить и пчел завести, чем пасеку. Или красивый сад. Вон уже столько деревьев. Ищем следы преступления. Вот один пенек. Вот это надо убрать. Второй пенек. Третий пенек. А что, только 3 дерева получается срубили? 1, 2, 3. Ну как? Вот раз пенек. 2 пенек. Раз пенек. 3 пенек. Вот это вижу, 3. И все как бы. 2. Сейчас вот это дерево, вот это дерево. Вот эти 2. Вот это. Ну вот этот непонятный куст надо убирать. Натрудились. Теперь есть тут проход. Брали виноград, обрезали ветки. Можно теперь здесь пройти. Эту сливу уже потом уберем. Что здесь можно пройти спокойно. Вот эти еще ветки надо спилять, то они мешают. Тут деревья, которые были, спилили. Те 2 дерева, которые я просила спилить, так и не спилили. Только получилось спиленного дерева. Жалко, что нету электропилы или бензопилы, чтобы можно было походить так жух-жух-жух и поспиливать все деревья, которые мешают. Тут сделали проход. Нельзя было пройти. Так, сейчас хоть можно пройти. Тут бутылки просила повыкидывать. Не повыкидывали. Уже сегодня мы не будем ничего делать. Уже пора ехать домой. Встали. И я даже устала. Что тоже не могла сотреть. На все безобразие надо было что-то делать. Непонятно, как можно было засрать участок, так запустить. И особенно такой вот дом. Это хрень непонятно. Можно вот видно. Где спилено? Блин, еще кроты тут порыли. Вот участок. Судя по всему, ничего не садилось.
Тут где-то тоже дерево спилили. Можно пройти. И здесь поспиливали ветки. Проход освободили. Теперь не нужно в позу зю изгибаться, чтобы пройти. Вот это тоже надо брать и сделать нормальный столик. Сейчас покажу, сколько мусора из дому вытащили. Тут спилили ветки. Теперь они мешают. Вот этот мусор тоже выкидываем. Теперь пошли посмотрим результат. Освободили ванну. Вот он заметает. Выкидывали все. Еще убирать и делать. Еще очень много. Пипец. Какое оно стрёмное. Фух. Тут немного угол разгрузили. Это надо все выкидывать. Здесь все надо выкидывать. Все, что могли, все, что сегодня успели сделать, сделали. Повыкидывали вещи, шмотя. Еще убирать и убирать, еще приводить в порядок. Очень много чего надо делать.